Всем привет, с вами я, Артвас, и сегодня у нас 11 игроков в драфте, опять по Евро. Сегодня у нас группа D, где в этой группе представляют команды как Англия, Шотландия, Чехия и Хорватия. Сегодня я должен как минимум, мне кажется, 11 игроков. Это группа, где должны вывозить просто одни англичане и хорваты. Сегодня должно быть как минимум. Просто правила такие, что один игрок каждой нации, там один англичанин, один хорват, ну и так далее. Поэтому как минимум 11 игроков и одного игрока... Поэтому как минимум одного игрока каждой нации и 11 игроков в общем. Поэтому давайте в драфт первый залетим. А вот и первый драфт, давайте, наверное, 4-3-3 четвертую. Атакующую схему, где, скорее всего, нам выпадет сразу же капитан. Не выпадет сразу же капитан. Но выпадет, скорее всего, сразу же. Вот она, Хорватия, Ребич или Оршич. Скорее всего, Оршич, потому что Ребич еще может выпасть. Вот здесь, например, может выпасть. А здесь никто не выпадает. Вот он. Вот он. Вот, МакТомин, конечно же, Шотландия нам нужна. И сразу же серебряный игрок... Чехии! Охренеть, что с первой попытки? У меня с первой попытки получается 4 игрока. Сразу 4 игрока и все разные нации. Так, за 11 игроков у нас получилось 5 футболистов группы D. Мне кажется, можно собрать 11 игроков сейчас. Вообще с легкостью. Даже с 5 игроками. Мне кажется, возможно. Если здесь не вытащим из 5 футболистов, это вообще жопа. Но нам выпадает, конечно, игрок сборной Англии. Это Дак. И сборной Хорватии. Англии тоже есть. Ну давайте сборной Хорватии возьмем Крамарич. Почему-то цапника, хотя он СТшник. И вот сразу же Джейми Варди. Вместо Салаха идет в состав. И сразу же Дэвид Бекхэм. Уже осталось 2 футболиста. Ну, мне кажется, это изи вообще. С первой попытки. Самый быстрый драфт, который я собирал вообще. Но еще не собирал. Подождите, 3 игрока. И надо... 2 из 2. Соберем. Не собрали, охренеть. Сейчас 10 игроков, да, будет? Конечно. Мы не собрали, у нас получилось 10 их футболистов, но, блин, мне кажется, это легко, поэтому давайте, ладно, не будем расстраиваться, еще есть попытки, поэтому, ладно. Ну, блин, 10 игроков, и Чехия выпала, блин. В следующую попытку погнали. Давайте попробуем схему в 3 защитника, может быть, кто-нибудь там из Чехии, защитник там в 30-й лиги Англии какой-нибудь выпадет из Чехии хотя бы один. Но, конечно, выпадает Ребич или опять Оршич. Ну, Оршича берем. А вот и Чехия, Сельвик. Или Севцик. Севцик, блин. Короче, удачи, фамилия его. И вот сразу 2. Полскоус. Осталось только одного футболиста, это сборная Шотландии. Мне кажется, что это уже все, это последний драфт. Но нет, нам выпадает Ребич за место Криштиану Роналду. И еще Крамарич за место Мартинеса. И походу остался только один футболист, 2 футболиста. Но одного англичанина мы точно берем, это Браун. Это сборная Шотландии, остается 4 пика. И только одного надо поймать из Англии. Ну, или из Хорватии. Если здесь я просру, то я уже не знаю, что делать. А вот и Шотландия. Вот и Тирни выпадает сборная Шотландии. Вот такой вот состав получился, где 11 игроков этой группы. Ну, в принципе, эта группа была легкая. Шотландец — это Браун. Чех — это Севцик вот этот. И Англия — это Полскоус. А, ну, Хорватия — Оршич, Крамарич. Короче, я все сделал. Надеюсь, вам этот видос понравился.
Это, кстати, второй видос за этот день, потому что вчера я не смог выпустить видеоролик по причине того, что у меня не было интернета. Если вам этот видеоролик понравился, я посоветую вам поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами был я, Артвас. Всем удачи, всем пока. We'll be right back.